Мы уже сообщали о том, что глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в Республике Беларусь с рабочим визитом. Он уже встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Беларусь Александром Суриковым. Стратегические направления социально-экономического развития двух республик и государственные подходы к развитию сельского хозяйства – вот основные темы, которые успели обсудить Александр Суриков и Михаил Игнатьев. Глава Чувашии выразил особую признательность за организацию визита делегации республики в Минск. И отметил, что Чувашия и Беларусь в чем-то схожи. В обоих регионах особое внимание уделяется социально-экономическому развитию села. В сельской местности Чувашской республики активно реализуется государственная программа газификации, строительство дорог и фельдшерско-акушерских пунктов. Михаил Игнатьев также отметил, что Чувашия и Беларусь уже наладили взаимовыгодное сотрудничество в сельском хозяйстве, электротехнике и химической промышленности.